пробежали два кружочка на стадионе. 8 мая. 8 мая. И сейчас вот они пошли прыжки по очереди. И здесь пробегание в сторону. Резкий рывочек можно делать назад. Да, тяжело, конечно, с утра. Вперед и назад делаем тоже. Так, хорошо. Вот так мы встречаем победную весну тренировкой. Вот упражнение, которое можно делать на месте. Это из комплекса City, который я скидывал. Вот мы тренируемся. Роман смотрит, Денис делает. Потом Роман делает, Денис смотрит. Итак, Стас пошел, перепрыгнул, подхватил мяч, бежит к фишкам. Сейчас обводит фишечки. Раз, два, три, четыре. Выходит на ударную позицию. Удар. И вратарь принял. Удар чуть посильнее. Так, на дальнем плане работает у нас Денис. Пошел к фишкам. Рывочком, рывочком. Здесь приостанавливаюсь. Мелкий дриблинг. Обводка. Раз, два, три. Обвел. Под удар. И бить. Хорошо. Роман потянул опять. Неплохо. Так, на дальнем плане у нас Денис. Номер. Я не знаю, кто из них номер один, кто номер два. Но Денис, одним словом. Так, хорошо, обводит. Выходит на ударную. И удар хороший. Эх, выше ворот чуть-чуть. Но удар замечательный. Давай, Стас, пошел. Перепрыгивает. Хорошо, идет к фишкам. Все, обводит фишки. Обводит фишки. Хорошо, немножко подошибся. Выходит на удар. И удар хорошо. Воротарь потянул. Вот ребята делают. Обводка и удар. Хорошо, вратарь потянул. С левой стороны пошел игрок. Все, выходит на фишки. Обводочка фишек и удар. Хороший удар, высоковато, выше ворот. Ну ничего. Кто там дальше у нас? Так, Денис. Сегодня два Дениса. Роман и Стас. Хороший удар, молодец, забил, пробил руки вратаря. Пыром бьешь, да? С пыра удар, конечно, коварный. Так бразильцы бьют. Хорошо, Стас прошел. Удар, гол, забил. Молодец, под вратаря ударил. Ну а сейчас мы будем играть в спарринг. И вот хочется сказать, что вот поле у нас готовят. Идет, специально работают. Специальной машиной косят, потому что поле сейчас, конечно, футбольное красивое. Все в одуванчиках замечательное. Ну и вот мы начинаем играть. Трое на трое. Ребята пришли сегодня. Стас, Денис, Макар, Роман. И мы рубимся по чуть. Играем пасом, ребята. Контролируем мяч. В контроль. Хорош. Вот Стас забил мне гол. Ну ничего, молодец, Стас, я хоть и отвлекся, но главное, что он забил. Забил Стас. Это Роман, всем передает привет.